Корнес, а ты в мили, в мили-зоне всегда бегаешь? Да, всегда. Окей. А Люсил? Ты кинул? Хорошо, а Триш, есть сейчас? КД 9 минут. Олюшка? 5 минут еще. Как называется СС? Души. А почему мне никогда не показывают? У меня все стоит в настройках. Ладно, все готовы? Вообще все готовы. Давай, с ТБМ. Сейчас одно заведу и забираю Рекс. Все, забрал. Кара. Представляете, чтобы она в суровом умирала? Я останусь. Заходите. Феликс остаюсь. Да и у меня тучка не прожалась почему-то. Кара, мили. Умрете. Вы третий стак. Пропади. Делаю то, что
Ну, Скай, по-моему, эти мобы били. Я не успел с нее забрать. Ну, я два моба. Одного затаунтил, а второй просто ведем под взрыв, задел ее. Ну, упал крест. Подожди, но мы умираем, типа, не из-за этого же. Я могу из-за непохила. Ну, смотри, у нас, типа, вот, по хилу что? У нас шаман 400 тысяч хила, у нас ДЦшка столько нахилил. Почему? У нас есть три приста, у нас есть три гимна. Это супер много хила. Ну и гимн сдал. Ох, мало. А здесь просто честно нужно сейвить хилов, потому что я с Карнеса одного забрал, и со Скайпа пытался угнать. Но типа не успел. Неверлайн. Это Невер. Я видел, я заводил моба, и он у тебя был. Ара, 40 тысяч. Не убежал. Понятно. ДПС первый пит, там 20 секунд, пока эти не вышли, 25. Полюшки, у всех должен быть полюшка в Карнеса. У меня без КД, дрищ. У меня есть. У него есть СС. Я тебе звука, наверное, кинул. У Карнеса тоже есть. Не давать или давать там Скайсон? Спасибо. Должна быть. На прошлом году не было. На прошлом году не было. Ну, не буду никогда. Они же по агро. Там, ну, либо на идеальном, либо на Карнесе будет агро. Хиловская. Ну, короче, после того, как встанет, да, МСС второй. Угу. Без какой метод? А почему нам не румби, кстати? Thank you.
Смотрите, метка далеко. Дыра далеко слева. На босса. Или... У нас 4 человека не зашло. Берегитесь. Ну, в принципе, вижу. Я захожу всегда, уже привык к десятку. Берегитесь. Я делаю то, что должен. Я делаю то, что должен. Ты понимаешь, что иногда созвездия сами просто в дыру заходят? А. Ну. Врачка, ты же вообще должен жать тучку под этот подкаст. А чем ты я привык заходить, у меня с десяткой уже привык. Я ревогаюсь, мне дропнуло. Третий уже, по идее, на фасе должно быть. Ну, на второй. ДКшки либо вдайте, прибежал только. Поставьте унитаз. У нас кулак, вместо баф. Поставьте унитаз, пожалуйста. Унитаз. Ты
Да зачем тебе кружок на выручке? Я миликов нормально завожу. Всегда, все время. Зачем ты усердно? Если чел типа не видит большую лужу, то они, блядь, и выручку не видят. Ну, блядь, я просто не понимаю, нахуй этим заниматься, но занимайтесь. Да не знаю, по-моему. Ты просто понимаешь, что я всех миликов все время нормально вожу. Ну так ОРДД, поставь меточку и все. Так это и есть, ну, ШП. У Валка кулак вместо МПТ. Все не получается. Взгляните на мир моими глазами. Узрите необъятную вселенную, непостижимую даже для величайших умов. ССКТ, да? Так забираю. На тебе. Берегитесь. Меня закинул. А меня в ГКТ, то 36 тысяч несу. Да, меня шотнул, ну там за ГКД. Куча урона. А, подо мной взорвалось. И я провалился, и все. Моя ошибка, чисто моя ошибка. А это стоит у всех. Дон, это ты просто веришь в людей, но не факт. Да, ты уверен, что у меня стоят фреймы? Скриншоты предоставьте, блин. Тут слитка сделала. Гомосек тут. Три минуты еще. А где рыба? А, все, все. Псина сутулая просто стала туда.
Он сыт. Смакует он, походу, там сидит. Кость попала, знаю. Походу, он АФК. У кого есть... Да, он отошел. У кого есть СПДшная грудь помазать? У меня есть маршрутки скин трейд, там бесплатно. 5. Не что? Я уже, уже дали. Т5 убил. Т10 на крайняк, да? Где в Т9 лишний убиваемый? Ну, у кого-то ж есть Т9. Я давал он тут. Взгляните на мир моими глазами. Узрите необъятную вселенную, непостижимую даже для величайших. Заведите еще одно созвездие. Суровый 5 секунд возле босса дырка. Смотрите на нее. Кружочек, видите? Все, заходим. Берегитесь. Остатку. Берегитесь. До взрыва 4 секунды, смотрим на краю, дырка. Заходим в дырку. В дырку зашли все в дырке. Давай, я заберу. Ой. Там закрыли возле меня. Я на противоположной стороне был. Да пусть сами люди. Делаю
Ну, меня убило прямо во время, короче, этого удара. Через тучку, потому что хила не было. У всего рейда почти фулл хп, ну, типа, на этом трае, что я смотрел. Но обязательно у двух человек, типа, будет хп где-то 60%. Так, типа, я сдох и игрок. И потом на следующем взрыве сдох Невер и Лангрис. Типа, всегда на фулл рейд есть, но два человека обязательно 60% хп будет. Ну, это опять не дохил, типа. Я могу спектнуть, то есть, но немного дамажу. Врочка. Нет, врочка. У тебя Холи Прист? Да. Давай. Дальше. Ювен есть. У меня три. Много дают. Да хотя бы можно кожевку на стамину поставить за плату. Нет кожевки. У меня есть, мне нужен реагент. Ой. А вы я могу зайти на другого перса, у меня все есть, только типа, я могу... 2 часа на слитка, релиз на изумруд, 2 топаза. Есть у кого-то лесной изумруд? Я могу сделать. Сейчас я зайду на другого перса, сейчас реги все принесу. Минуту. Сейчас. Какой перекур пока делает? Диктуйте, реги. Реги, диктуйте, давайте. 2 титановых слитка. Угу. Дальше. Ой, императорский топаз, 2 штуки и лесной изумруд. Так, императорский топаз, 2 штуки, да? Чешь? Одна штука? Одна. Ага. Становись, так, сейчас. Да, есть пока. У меня нету пока, у меня... Отдай мне обмен просто. Поставь, ну типа у меня титанового слитка только нет. Можно почту? Кому-то, кому отдавать надо? Топаз, лесной изумруд? Кому это отдавать? Иди сюда. Титановый слиток? Да, блядь. Да. Шкаф тыкните. Сейчас слетаю, возьму. А что надо? Титановый слиток. Сколько титановых слитков надо? 2. Это все? Да. Все, сейчас буду. Угу. Да. Да. Yeah.
Хорошо. Угу. Ну, от тьмы и так у ретриков, конечно, аура стоит. А, ну значит, это хрипал. Ну, да. Бля, Зоркий, дай, пожалуйста, портал в бухту торговцев. Все же Ренегат, да? Не-не-не. Бля, шатрат тогда, дай шатрат. Я пойду себе билд поменяю, саппорт от магии. Подожди, какой билд? Так все равно перекур. Не-не-не, давайте, сейчас уже будем собираться. Ну, просто 30% резист к магии идет к любого типа, типа лок. Да, у нас койлы есть, койлы мы откинем. Да, я оставляю. Может быть, у нас Африк есть? Ну, две штука, две штуки, две... Унитаз еще поставь. А рыба была? Была. Ай, короче, сам для себя рыбу поставлю, пизда. Да, да. СС, дай это мягко в идеального. Я дал идеальному уже. Хорошо, а тогда дай это мягко в ручке дай. Или чисто комплекс. Давайте все. У меня их много. Чего уж началось, рассказываем при станках, как им хилить. Все, все готовы, ДПМ. Я до пристанка ой, когда ты КПшка ходил больше с КПшкой. Две кары. Со мной рядом. И с портала. Созвездие заведите. Че они гуляют? Смотрите, дыра слева стоит от босса. Кара. Забегаем.
Возле печеньки дыра. Я сейчас закроется со созвездием. Карамили. Да там, я сам ошибся, я мог все двух кинуть и выжить. Но я пока. Угу. Да там проблема в том, что позади этот, позади портал, слева-справа кара. Никуда не выбежит. Кду. Ты можешь тебе даже ангела просто дать и все. Я хотел ангела дать. Пять минут ближайшие. Корнеса, дашь обмен? Ну, видимо, да. Сейчас умирают только от слаков. Типа раз мрут только от слаков, то уже надо ГП действительно. Кому приход на ХП нужен, обмен, то он туда идти. Ну так они и продолжат лакать, что смысл? Если же за это ничего не будет. Вот это концентрация, я понимаю. Сразу видно, человек с работы пришел, уставший, блядь, тут ему нахуй какие-то рассказывают. Поставьте унитаз. Не, я блядь, под себя заебал. Ставлю, я ставлю, вот. Потные свои булочки. Взгляните на мир моими глазами. Узрите необъятную вселенную, непостижимую даже для величайших. После печеньки смотрите, дырка будет. Кара.
печеньку заходим, в печеньку все заходим. Найти дырку, встань возле нее с печенькой. Ирок, сейчас заберу. Забираю. Берегитесь. Я попал, короче. Я у... Да. Зашли, 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 зашли. Дырок куча. Всех босса нет, по-моему, нам хватит урона. Берегитесь. Кара, кара. Игрок считает, где метка треугольник висит, туда можно заходить будет. Танк упал. Стою пока. Все в боссы, давайте 8%. 8%. Шесть там. Только ДБР. Пасовые три. Пасовые три. За боссом. За боссом дыра. Все в дыру. Кара мили. Четыре стака. Рай, сможешь забрать? Я скажу, когда. Все, ты 5 секунд, живи 5 секунд. 2 секунды живи. Забирай обратно. Надо добивать. Победа, блядь. 10 секунд добирается. Дон, ты видел, как я у тебя стак? Да, хорош. Красава, ебаный враг. Красавца. Лучше просто. Кинжал выпал, ебать. Ой, блядь. Волоску. Да, Карнес, ну поздравляю. Какой же босс, сука, он такой интересный. Ошибка. Нет, сейчас ошибка. Того, что портал там был, я зашел портал, мне там в финале.
Да. Там сразу свичится, когда вот Дон предлагал свичнуться, нужно было всем свичнуться и не играть по звездам, ДПСа хватало. А потом упало 4 ДДшника и все было вот так вот, блядь, на трясущихся руках. Да все, нофигу убили и вообще зашибись. Где? Здесь, не хочу бежать. Это не ХПС, это с абсорбом вместе. Предлагаю всем дружненько ГП въебать. Как вам? Да лучше сальту. Понимаю. А, как бы там сорку, да, давайте все сорки ГЦ. Пола не ем. Пинанс, это ты будешь звезду контролить будешь. Что, вы добрали, пацаны? Ага, ну знаешь, с пола ты не ешь. А лут подбирать с земли ты гораздо. Да. Там с трупа, там другое. Да-да-да, все, да. Мамон. Поздравляю. Ага. Писта баф надо. А, блядь, ик прошли, я думаю, мы сейчас. Прошли-то. Прошли-прошли, хорожан сейчас. Пинанс, дай баф. Ну, блин, ждем. Могу ли экономить? Перчаточки. Все линканул, смотри. Спасибо. Это только 39-й шмот. Это 26-й. Ага. Так, а что, вон, да? Вон, там пирог с линканул. А, ролим перчатки, кристалл. Ну это, по идее, бисовые, но сейчас уже Т4 есть, а так они бисовые, да, в контексте Эльдуара на кастеров. Если бы мы только это раньше бы закрыли, это все. Вторая. Сейчас третья. Ну, бог любит троицу, хули. У нас на X2 было так, что если мы за 3 КД не закрываем, ой, за 3 дня рейдовых не закрываем босса, то эро гильдия. А зачем? Нормально. Этот квест ролить, это ж типа... Это ролит, у кого квест есть. Так это нет, всем, нет, этот это, код это, всем это будет. Просто квестик. Вы его берете, этого ранее сдаете, вам шмотку 39-ю дают. Там либо... 39-я, это я линквал с детьми. 39-я, да. Там либо плащик крит-метка с силой, синий, по-моему, сокет. Кольцо с арпом с ловкостью, тоже синий сокет. Плащик Хаст Спирит с каким-то тоже сокетом. И колечко Хаст МП5. Ой, да, херня какая-то. Ну, кольца уже нет смысла, потому что Скары с острова сейчас бис идет. Спина вот крутая. Вот это спина, да, пиздатая спина. Хотя арповое колечко классное, я бы там так, конечно, хотел. Ну, 90-я сова, бисовая почти. А, я за четвертый сейчас пришли. Знаешь, дамажит как бисовая. 54-й. Я бы фантом бы сходил, да. Мне надо там зорки, пару бачков выпить. Шатрат. Поставь шатрат по-братски. Так а чё, а за код этот дают ГП или чё? Подожди, ну там это, если рейд хороший, там же на 30 минут инст. Я такое не пойду. Это... Спасибо, не надо. Ну ты типа посмотри, если рейд слабый, ты сразу ливай на змеях. Ну да, на змеях там все понятно будет. Слушайте, я бы сейчас бы сходил бы, например, в ИК. Ой, в ИК, блин, в Ульту. У меня есть десятка, а у Гаон плюс этот. Плюс Йог.
А ИП давали уже? ЕП нет, я, кстати, ЕП не давал, и тут еще сейчас это же кучу ЕП сейчас надо за ФК. Ай. Сейчас я напишу, кто там у нас на замене сидел. И за освоение контента, что? Да, 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 за освоение, там лишняя пятишка прилетит сейчас. Так, а ты ГП не берешь, без шмотку сключа, 29. Кого? Говорю, ГП я не был... даете? Всем давал ГП. Говорю, за 2-3-9 шмотку с ключа. Ты не даешь ГП? С КВ, я так понял. С квеста ты имеешь в виду? Да. Ну, да. А, так я дал хрипатый моб. Он полточки вычислил. Посмотри журнал. А почему мне 50? Я три раза на макрос нажал. Спасибо. Ну, чисто зависит от тебя. По-моему, не прожалось. Давай еще раз. Донт, ну, не прожалось. То есть, по-моему, хрипатом его хоть еще 5 раз нажми. Все равно. Уже не важно. Я ж надеюсь, его статика не шутит. Давай я тебя запишу к себе просто и все. А вот. Донт. А блуждающий называется он. Блин, Донт. Слышь, Донт, когда у тебя РТ? Понятия пока не имею. Я вообще не знаю, что у нас с РТ на следующей неделе. Я его веду или Саша. Ну хорошо, что найдем дату. Можно уже ей подождаться? Кстати, игрок не ливнул случайно? Да, да, да. Для меня, от меня я все отвлекаюсь. Я из мира вышел, а перс остался в рейде? Ну, да. В рейде он точно будет, тогда ЕПшка. Я пытаюсь просто в Дискорд зашел, чтобы написать замена. Вот там у нас был. Войд, а Войд, спустись ниже по-братски. Короче, сейчас все равно ИП начислить, типа пофигу. Мне по поводу совы спросить, типа очень пофигу. Смотри, я так понял, сова это не обычный кастер, и там хаста ему в приоритет не идет, да? Там есть 2% мана, восполняешь за криты. А, да, знаю. Да. Два его... Да сейчас у меня.
Ну, 104 оно меняется. Блин, я вот просто, мне сейчас он очень зашел, друид. Я его хочу... Я хочу его как фармера сделать, ну и еще, соответственно, типа ПВЕшек для него. Просто, типа, именно в профы упираться, я вот, мне лока с рогом хватило, вот, фармящих профессий у меня нет ни на одном. Вот. А вот друид мне сам по себе, именно, я вот когда на него качался, я же по квестам качался, блядь, пиздец, он мне понравился. Понял. Мне еще по символам есть какой-то, сука, малый символ, который тебе БР без реагента. Сейчас, подожди, сейчас, подожди, дай я поднимусь. Так, безграничного возрождения, да? Смотри, какие я себе таланты поставил. Символ звездного огня, символ лунного огня и символ звездопада. Вот так и надо, я смотрю, да? Угу. Ну, я же взял. Угу. Так, скажи мне, пожалуйста, вот ты сказал, сутки через трое, на этой неделе, когда ты не сможешь? То есть в выходные ты можешь, да?
Еще раз. Подожди. Символ какого возрождения? А, без игры. А то купил, блядь, 150 реагентов, уже замахало. Я на паладине по 1000 реагентов тогда покупал. Потому что посреди рейда бегать на аукцион, ну, в магаз как-то не очень хочется.